В самый темный час человечества, когда все надежды, казалось, потеряны, из пепла появился луч света. Отчаянные спасти цивилизацию, группа ученых и инженеров, не уставая, работают над созданием идеального робота AI с продвинутым интеллектом и непоколебимым чувством долга. Этот робот AI, известный как Страж, был создан для восстановления равновесия и восстановления нашего разрушенного мира. Хранитель пересекал пустоши, принося помощь и надежду выжившим, которые, вопреки всему, все еще цеплялись за жизнь. Вместе с человечеством Страж проложил новый путь, работая рука об руку, чтобы вновь разжечь уже погасший огонь прогресса. С помощью знаний и единства Хранитель вырастил поколение, предназначенное для восстановления и переоформления будущего нашего вида. Со временем когда-то разрушенный мир начал исцеляться, поскольку и люди, и AI работали в гармонии, создавая новую эру процветания –